Добрый день, дорогие друзья! С большой радостью приветствую вас в концертном зале Дворца культуры профсоюзов на празднике детства и творчества, красоты и таланта, и, конечно же, оптимизма. Добро пожаловать на 6-й ежегодный новогодний конкурс фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества «Рождественские звездочки-2023». Фестиваль-конкурс проходит при поддержке Комитета Государственного Совета Крыма по культуре и вопросам охраны культурного наследия и при информационной поддержке Министерства культуры Республики Крым. Организатор, учредитель фестиваля-конкурса – творческое объединение «Все звезды мира». Право судить наших конкурсантов будет уважаемое жюри. Заслуженная артистка Автономной Республики Крым, солистка Государственного академического музыкального театра Республики Крым, штатный заместитель председателя Крымского отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации Егорочкина Лилия Витальевна. Елена Александровна Власенко, заслуженная артистка Крыма, музыкант, вокалист, преподаватель Севастопольской музыкальной школы номер 6, руководитель вокального ансамбля «Счастливое детство», город Севастополь. Александр Юрьевич Малков, заслуженный артист Республики Крым, хореограф, солист Крымской государственной филармонии, чемпион Европы по данс-шоу. А также Волков Николай Анатольевич, председатель Комитета Государственного совета Крыма по культуре и вопросам охраны культурного наследия, депутат Государственного совета Республики Крым второго созыва. Гацуленко Ирина Васильевна, балетмейстер, репетитор по балету Государственного академического музыкального театра Республики Крым, лауреат Государственной премии Республики Крым, член Союза театральных деятелей России. Айгюль Серикбаевна Кутымуратова, заведующая отделением хореографии Кызылординской школе искусств имени Калаулова, художественный руководитель образцово-народного детского ансамбля «Балбулак», член Союза хореографов Казахстана. Салангина Анжела Семеновна, художественный руководитель и балетмейстер народного ансамбля танца «Беларусь» Бобруйского района, педагог первой категории, город Бобруйск, Республика Беларусь. Прошу членов жюри занять свои места в зрительном зале. Итак, встречайте наших конкурсантов. Номер 1, 151. Оркестр народных инструментов. Город Севастополь, Республика Крым. Номинация «Инструментальное исполнительство. Народные инструменты. Оркестр». Возрастная категория смешанная от 9 до 16 лет. Руководитель, дирижер Покровский Вячеслав Алексеевич. Преподаватели Власенко Елена Александровна, Дышлова Евгения Викторовна, Побережец Александр Николаевич, Куртмеметов Февзи Закирович. Творческий номер Петр Ильич Чайковский «Марш деревянных солдатиков». Дебют. Thank you.
На сцену приглашается номер 2-1 Яворская Дарья, студия эстрадного вокала «Соло», город Симферополь. Номинация «Вокальное творчество, эстрадный вокал, солист». Возрастная категория от 7 до 8 лет. Руководитель Ткаченко Елена Федоровна. Творческий номер. Музыка Александра Казначеева «Новый год, ночью с неба намело». Дебют. Ночью снега намело, за окном белое мело, приоткрыла закрома, зимушка зима. На листке календаря день последний декабря, скоро будет Новый год, он уже идет. Новый год, Новый год, солнце и мороз. Новый год, песни нам новые принес. Он приходит, идет ночной белоснежной зимой. Этот праздник наш веселый, наш любимый. За водой сальцы, лучи и коньки, во дворах снеговики. Привела с собой сама зимушка зима. Снова вьюга и метель, танцы кружатся теперь. Скоро будет Новый год, он уже идет. Новый год, Новый год, солнце и мороз. Новый год, песни нам новые принес. Он приходит все ночной, белоснежной зимой. Этот праздник наш веселый, наш любимый. Уходящий год прощай, только нас не забывай. Мы встречаем Новый год, он уже идет. Новый год, Новый год, солнце и мороз. Новый год, песни нам новые принес. Он приходит все ночной, белоснежной зимой. Этот праздник наш веселый, наш любимый. За водой. Новый год, Новый год, солнце и мороз. Новый год, песни нам новые принес. Он приходит все ночной, белоснежной зимой. Этот праздник наш веселый, наш любимый. Следующим номером готовится Давлятова Элина, номер 3-15. Коллектив «Новое поколение», Чистинский сельский дом культуры. Номинация «Вокальное творчество», эстрадный вокал, солист. Возрастная категория от 7 до 8 лет. Руководитель Белялова Гульсум Исметовна. Творческий номер «Джаз для вас». Дебют. Барабанит, но к полудню перестанет. Я настрою контрабас и сыграю джаз для вас. Just for you is more than you. Just for you we stand and blue. We shall dance, sing and play. Just for you.
Номер 4-5. Народная вокальная студия «Юг». Петровский сельский дом культуры. Номинация «Вокальное творчество», «Эстрадный вокал», «Солист». Возрастная категория от 9 до 10 лет. Руководитель – Емец Владимир Николаевич. Творческий номер – новогодний трек. Дебют. Опять по телеку знакомая реклама, где снова праздник, там приходит Новый год. На кухне с самого утра колдует мама, гирлянды папа из коробок достает. И вот улыбки появляются на лицах, и зажигаются бенгальские огни. Давайте вместе танцевать и веселиться, все чилит с нами в эти праздничные дни. Зажигаем звук на вине, раскачаем, пусть и знают, мы здесь не одни. Жми лайк, делай хайп, двигаться начни. Здесь Камила мутит вайп, ну-ка зацени. Каждый человек сегодня в тренде оливье и мандарины. И этот модный новый новогодний трек. Украсим елку мы под музыку с друзьями, повесим шарики, гирлянду и звезду. Лови волну и двигай тело вместе с нами, ведь Новый год бывает только раз в году. На сцену готовится номер 5-12 Куциков Артем, город Севастополь. Номинация «Театральное творчество. Чтецы». Возрастная категория от 9 до 10 лет. Руководитель – Борзенко Екатерина Юрьевна. Творческий номер – Ирина Самарина «Лабиринт». «Схожу за счастьем на базар». Дебют. Пойду, схожу за счастьем на базар, а после – супермаркет.
за удачей. И что с того, что это не товар? Я попрошу еще любви на сдачу. И взвесьте мне, пожалуйста, 100 грамм той совести, что с краю полкой ниже. Просрочено? Ну ладно, я потом куплю в другом ларьке. А, вижу, вижу, по акции есть скидка для меня. Давайте доброты, насколько хватит. А есть у вас от злых людей броня? Что-что, на это деньги жалко тратить. А средства есть от жалости у вас? Микстура от тоски, сироп от скуки. Продайте мне еще вот этот шанс и крепкую настойку от разлуки. Уюта мне семейного мешок, чтоб высший сорт, другого мне не надо. И красоты вон той с пометкой «шок», таблетки от неискреннего взгляда. А дружбу как? Поштучно или на вес? Сегодня вы любезно продаете. Нет, не куплю, а просто интерес. Зачем так жить? И есть ли смысл в расчете? Еще здоровье близким прикуплю и буду им дарить на дни рождения. В продаже зависть? Зависть не люблю. Продайте уши, полкило терпения. Доверие не нужно. В прошлый раз купил я оптом. Ненадолго хватит. Продайте все запасы слез из глаз. Моя судьба вам с радостью заплатит. Зачем? А чтоб не плакала душа у тех людей, у которых много света. Ведь жизнь тогда добра и хороша, когда у вас в продаже боли нету. Нет, счастье на базаре не купить. Но если мы научимся делиться тем самым счастьем и любовь дарить, то все плохое просто испарится. На сцену приглашаем номер 627 Беляев Никита, студия эстрадного вокала «Соло», город Симферополь. Номинация «Вокальное творчество», «Эстрадный вокал», «Солист». Возрастная категория от 11 до 12 лет. Руководитель Ткаченко Елена Федоровна. Творческий номер «Песня «Рождество тихо шепчет, падая снежинки». Дебют.
на сцену приглашается номер 7. Два Абдулаева Эвелина. Коллектив «Новое поколение». Читинский сельский дом культуры. Номинация «Вокальное творчество». Эстрадный вокал. Солист. Возрастная категория от 9 до 10 лет. Руководитель Белялова Гульсум Исметовна. Творческий номер «Новый год». Песня «Снегурочки». Новогоднее сегодня настроение. Нам зима читает вслух стихотворение. Народился Новый год, запустился стрелок код. Мы живем с тобой в веках и мгновения. Новый год, Новый год, по сугробам идет. Песню старых часов он по свету несет. Пусть удача найдет те, кто верит и ждет. Вот так чудо чудес Новый год. А секунды тают легкими снежинками, и смеется время детскими ужимками. Но попробуй догони, впереди я впереди. Приглашается номер 852 Ралко Елизавета. Детская музыкальная школа города Алушты. Номинация «Инструментальное исполнительство». Фортепиано. Солист. Возрастная категория от 7 до 8 лет. Руководитель Касьянова Любовь Григорьевна. Творческий номер «Фрёде. Танец эльфов». Thank you.
Встречаем номер 9. Большакова София, школа игры на фортепиано. Крымский республиканский дворец культуры профсоюзов, город Симферополь. Номинация «Инструментальное исполнительство». Фортепиано, солист. Возрастная категория от 7 до 8 лет. Руководитель Ярышканова Наталья Борисовна. Творческий номер «Новогодняя полька». Дебют. Следующий номер, номер 1085. Фролова Дарья, детская музыкальная школа города Алушты. Номинация «Инструментальное исполнительство». Фортепиано, солист. Возрастная категория от 9 до 10 лет. Руководитель Касьянова Любовь Григорьевна. Творческий номер «Бетховен, сонатина фа-мажор, первая часть». Приглашаем Стадничук Максим, номер 11-4, школа игры на фортепиано. Крымский республиканский дворец культуры профсоюзов, город Симферополь. Номинация «Инструментальное исполнительство». Фортепиано, солист. Возрастная категория от 7 до 8 лет. Руководитель Ярышканова Наталья Борисовна. Творческий номер «Добрый день». Thank you.
Луцкова Арина, номер 1235, детская музыкальная школа города Алушты. Номинация «Инструментальное исполнительство», фортепиано, солист. Возрастная категория от 9 до 10 лет. Руководитель Касьянова Любовь Григорьевна. Творческий номер «Гроза». На сцену приглашается Бородулина Милана, детская музыкальная школа города Алушты. Номинация «Инструментальное исполнительство», фортепиано, солист. Возрастная категория от 9 до 10 лет. Руководитель Касьянова Любовь Григорьевна. Творческий номер «Колыбельная». Номер 1449. Коллектив «Новое поколение». Чистинский сельский дом культуры. Номинация «Вокальное творчество», эстрадный вокал, ансамбль. Возрастная категория средняя от 13 до 14 лет. Руководитель Белялова Гульсум Исметовна. Творческий номер «Золото огня». Плащом
свистым ручьем, горсть алмазов бросит на траву. Я тебя увижу наяву. Продолжаем. На сцену приглашаем номер 1551, Латанова София, средняя музыкальная детская школа города Севастополя. Номинация «Инструментальное исполнительство», «Народные инструменты», «Солист». Возрастная категория от 9 до 10 лет. Руководитель Власенко Елена Александровна, заслуженная артистка Крыма. Концертмейстер Покровский Вячеслав Алексеевич. Творческий номер «Русская народная песня», «Коробейники» в обработке Шалова. А на сцену приглашается Пильтий Матвей, номер 1697, детская музыкальная школа номер 6 города Севастополя. Номинация «Инструментальное исполнительство», «Народные инструменты», «Солист». Возрастная категория от 13 до 15 лет. Руководитель, заслуженная артистка Крыма, Власенко Елена Александровна. Творческий номер «Капричо», дебют. Thank you.
номер 17-144. Фольклорный ансамбль «Крымушки». Студия вокального искусства и актерского мастерства Гусейновой Айнур. Город Джанкой. Номинация «Вокальное творчество. Народный вокал. Ансамбль». Возрастная категория от 7 до 10 лет. Руководитель Гусейнова Айнура Афировна. Творческий номер. Песня «Эх, да зима». Кружится, укрывает наши теплые дома, словно бы открыла чистую страницу перед нами снова белая зима. Это зима, снега кутерьма, можно потеряться, можно посвящать. Это зима, нам опять с тобой, ничего не поздно заново начать. Тоненькую ветку я в руке согрела, как же это трудно сделать. Глеб, номер 18-67. Детская музыкальная школа номер 6 города Севастополя. Номинация «Инструментальное исполнительство». Фортепиано, солист. Возрастная категория от 13 до 16 лет. Руководитель Аркелова Галина Анатольевна. Творческий номер «Свиридов. Романс к повести Александра Сергеевича Пушкина. Метель. Дебют». Thank you.
номер 1939. Оганесян Давид. Васильевская детская школа искусств. Белогорский район. Номинация «Инструментальное исполнительство». Фортепиано, солист. Возрастная категория от 11 до 12 лет. Руководитель Гребенюк Марина Леонидовна. Творческий номер «Сильфы». Кадыров Фират, номер 20-153, детская музыкальная школа номер 6 города Севастополя. Номинация «Инструментальное исполнительство», фортепиано, солист. Возрастная категория от 13 до 15 лет. Руководитель Аркелова Галина Анатольевна. Творческий номер «Золотой час», дебют. Thank you.
на сцену приглашается ансамбль скрипачей «Вдохновение» номер 2187, детская музыкальная школа номер 3 имени Юрия Богатикова. Номинация «Инструментальное исполнительство», ансамбль. Возрастная категория от 13 до 14 лет. Руководитель СМЫК Татьяна Сергеевна. Концертмейстер Труфанова Светлана Владимировна. Творческий номер «Вивальди», концерт «Соль-мажор» для двух скрипок и фортепиано. Вторая и третья часть. А на сцену мы приглашаем образцовый инструментальный ансамбль «Легенда»
номер 2281. Город Севастополь, культурный комплекс «Корабел». Номинация «Инструментальное исполнительство», ансамбль. Возрастная категория «Старшая от 15 лет». Руководитель Татьяна Владимировна Антошкев. Концертмейстер Ратушев Кирилл Александрович. Плесова Евгения Викторовна. Покровский Вячеслав Алексеевич. Творческий номер Михаил Горшнев, «Лесник», из репертуара российской рок-группы «Король и Шут», в обработке Кирилла Ратушева.